всего достаточно. Господи, я вижу, благослови жилище.
Спаси, якось і по Бозі тебе прибігає, яко ні рушимості є, і пристаті слух. Сотвори мне величие сильный,
и свято имя Его. Прибыже Мариам с нею яко три месяцы, и возвратися дом свой. Слава тебе, Господи, слава тебе. Милый нас Боже, помилуй милости Твоей, молим Тебя, услышим и помилуем. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Все молимся о великом Господине и Отце нашем, святейшем патриархе Кирилле и о всей во Христе братии наши. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Все молимся о Богохранимой стране нашей, властях и воинстве ее, за тихое и безмолвное житие поживем, во всяком благочестии и чистоте. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Молимся о милости жизни, мире, здравии, спасении, посещении, прощении и оставлении грехов рабов Божиих, всех земныне нами поминаемых и во всех где предстоящих и молящихся, и еже умножить им лето животом и. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Все молимся за всю братью и за все христианы. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Как милостивый человека любит Бог, и тебе славу ставим, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. О Пресвятей, Владычице нашей Богородице и Преснодеве Марии, помолимся. Святая Владычице, Богородице и Пресна Дева Мария, единая надежда нам грешным, к Тебе прибегаем и Тебе молим, яко вели имаше дерзновение, предрочимся Тебе по плоти, Господом, Богом и Спасителем нашим, Иисусом Христом, не презри слез наших, не возгнушайся воздыханий наших, не отрини скорби нашия, не посрами упований нашего нося, но матерними молений Твоими умоли Господа Бога, да сподобит нас грешных и недостойных, освободитесь от грехов и страстей душевных и телесных, умрите миру и жите ему единому во вся дни живота нашего. О Пресвятая Владычице Богородице, путешествующим путешествуй и ограждай и охраняй оные, избави плененных от пленения, освободи страждущих от бед, утеши сущих в печали, в скорбях и напастях, облегчи нищету и всякое сострадание телесное, и даруй всем вся потребное к животу, благочестию и жизни времени.
Да си владычице вся страны и грады, и сию страну, и сей град, им же сия чудотворная и святая икона Твоя, дадися по утешение и ограждение, избави от глада губительства, труса, потопа, огня, меча, нашествий наплеменных, между усобные брани, и отврати всякий гнев на ны праведно движимый. Даруй нам время на покаяние и обращение, избави нас от внезапной смерти, и во время исхода нашего предстани нам явшийся Дева Богородице, избави нас от воздушных мытарств князей века сего, сподоби на страшном судище Христовом стать одесную и соделай нас с наследники вечных благ, да славим вовеки великолепое имя Сына Твоего и Бога нашего со безначальным Его Отцем и святым и благим и животворящим Его Духом ныне и присно и во веки веков. Спасет нас, яко благ и человека любит.